Много лет существует гипотеза о том, что около 10 тысяч лет назад на Землю высадились представители инопланетной цивилизации. Их наши предки и приняли за богов, а космические аппараты – за огненные колесницы. Конечно, эта гипотеза, сторонником которой является переводчик древних текстов швейцарский писатель Эрик фон Деникен, многим ученым кажется фантастической. Хотя справедливости ради стоит сказать, что к выводам швейцарского переводчика, основанным на анализе ветхозаветных источников, у меня, например, интереса больше, чем к высокомерному молчанию академической науки. Она ведь, как известно, древние мифы считает сказками. А с чего бы это люди, которые жили до нас, придумывали небылицы? Им что, делать больше было нечего? Но если предположить, что они описывали то, что видели, то история наша может выглядеть совсем по-другому. Например, откровение ветхозаветного пророка Иезекииля. Это, между прочим, реальный исторический персонаж. Что у него там написано? Читаем. «И раздвинулось небо, и боги спустились с небес на огненные колесницы в клубах дыма и копоти». И вот теперь давайте зададимся простым вопросом. Наш Бог вездесущ. Для того, чтобы спуститься с неба, ему не нужен коптящий и грохочущий летательный аппарат. Так кого же описал пророк Иезекииль в своих откровениях? Вот об этом наше доисторическое расследование под названием «Когда прилетали анунаки». Три крупных мегаполиса, один из которых включает в себя руины великого Зимбабве. Раньше считалось, что эти мегалиты были возведены в 12 веке. Но Теллингер уверен, эти города гораздо старше. И их не могли построить люди. Открытие вызвало в научном и медиасообществах эффект разорвавшейся бомбы. Ведь анализ городов показал, что они созданы по технологиям, которых нет и сегодня. Анунаки за последние годы стали настоящим медийным феноменом. О них говорят, пишут и снимают фильмы. Они популярнее Микки Мауса и Людей Икс. Однако у каждого, кто изучит эту историю, возникает шокирующая гипотеза. Это не люди придумали анунаков. Наоборот, анунаки придумали нас. Анунаки – это языческие боги древних шумеров, первой цивилизации на Земле. Шумеры, как народ и цивилизация, возникли 8 тысяч лет назад в Междуречии, благодатной долине между Тигром и Евфратом. Их города-государства располагались на территории современных Ирака и Сирии. В центре каждого была ступенчатая пирамида. Шумеры оказались первыми во всем. Они изобрели колесо, календарь, письменность, законы и медицину. Эта культура была необычайно высокоразвита. Но самое странное, что она, как и древний Египет, не развивалась постепенно, а будто взялась ниоткуда, в уже готовом виде. Язык и национальность шумеров являются уникальными. Неизвестно, откуда они пришли на свою землю. Шумеры не были родственны семитским группам, которые позднее стали основой для арабского и еврейского народов. Получается, что в древнем мире вдруг ниоткуда появилась чрезвычайно развитая цивилизация. Шумеры искренне верили в то, что их цивилизация появилась в результате некого уникального события, произошедшего в древности, что они являются потомками древних людей. Они считали, что эти люди прибыли сюда с других планет. Эти знания поражают и сегодня. Майкл Теллингер собрал в своем музее наиболее интересные артефакты, найденные в городах анунаков. Среди них священные камни с идеально ровными коническими отверстиями внутри. Они никак не могли быть изготовлены при помощи примитивных инструментов в условиях первобытного африканского общества. Но для чего они могли использоваться? У ученого есть смелое предположение. Такие высокотехнологичные предметы мы сотнями находим в Южной Африке. Они использовались в качестве частотного конвертера. Если волна определенной частоты входит с одной стороны, то с противоположной стороны она выходит уже с измененной частотой. Сегодня в телекоммуникациях, в спутниковой индустрии для этого используются специальные трубки. Частотный конвертер 200 тысяч лет назад? Или хотя бы 8 тысяч? Это кажется невозможным. Но еще более невероятно выглядит вот этот артефакт, который хранится в Берлинском историческом музее. Шумерская цилиндрическая печать 3 века до нашей эры. Такими печатями подтверждали авторство и подлинность документа.
На ней изображен бог Энлиль, а рядом схема Солнечной системы, какой ее знали шумеры. Но планет на одну больше, чем нам известно. Одну из планет шумеры называли Нибиру. Да, шумеры знали, что такое звезды и планеты, и вели точные астрономические наблюдения. Неясно пока, правда, на чем и зачем. Для древнего народа было неоспоримой данностью, что на Нибиру обитают боги Анунаки и Нефилимы, сотворившие людей. Еще 15 лет назад термин «Анунаки» знал лишь узкий круг исследователей мифологии древних народов Ближнего Востока. Отцом-первооткрывателем анунаков для массового сознания стал Захария Ситчин, американский писатель, который родился в Баку и вырос в Палестине, где он погрузился в историю Ближнего Востока и изучил шумерскую клинопись. Классическая наука не дает ответа на вопрос о происхождении шумеров. Совершенно неясно, откуда они взялись, и тем более непонятно, почему вдруг исчезли. Это следует из содержания тысяч глиняных табличек, которые были найдены при раскопках в Уруке, Ниневии, Нипуре и других древних городах Междуречья. По сути дела, сегодня обнаружено более 1,5 миллионов этих табличек. И, значит, в этих табличках написано дана такая громадная, такой огромный объем информации о государстве, о мировоззрении. Даже имеются списки лекарств, списки животных, минералов, информация о кораблях, которые существовали, их до 105. И была энциклопедия географии того времени, той жизни. Вот, и самое главное, быт описан, и эпос. Полученные знания позволили Ситчину прочитать и заново перевести древние шумерские тексты. Они обычно посвящены загадочным анунакам, легендарным богам. Как написано в табличках, те сошли с небес и подарили людям знания. Само слово «анунаки» это переводится с шумерского языка. Это те 50, которые спустились с небес. То есть первые 50 астронавтов, назовем так их, спустились с небес на Землю. И дальше, так сказать, начинается история шумер. О том, что кто-то на Землю прилетал, еще до Ситчина говорили многие ученые. Тому свидетельством многочисленные наскальные рисунки человекоподобных существ в скафандрах, фрески с изображением ракет и летательных аппаратов, статуэтки космонавтов. Если мы возьмем, например, храм Майя Чичен Ица, там есть четко запечатлены люди в скафандрах. То есть человек при всей его богатой фантазии никогда бы не смог нарисовать пришельца в наушниках, в очках, в скафандре с молнией, застежкой молнии. И сзади у него был летательный аппарат находился, индивидуальный летательный аппарат. Захария Ситчин попытался перевести и осознать древние тексты с позиции знаний 20 века. И в каждой истории его ждала сенсация. Он одну за другой пишет серию книг, в которых убедительно говорит не только о посещении Земли пришельцами из космоса, а детально, на основании шумерских переводов, доступно излагает, кто, когда, откуда и зачем прилетал на Землю. Но что анунакам здесь было нужно? Тогда, в отличие от нынешнего положения на Земле, было очень много полезных ископаемых, и ресурсы свои в полезных ископаемых и спешили пополнить пришельцы с Нибиру. Прежде всего, они нуждались в золоте. Почему? Потому что именно из этого металла, из этого ископаемого драгоценного, они делали защиту для своей планеты, солнечную защиту. Кстати, и сейчас золотые детали используются для защиты космических кораблей. Анунаки прилетали регулярно, но эти промежутки были заданы, по мнению Ситчина, периодичностью приближения планеты Нибиру к Земле. Как он понял, Нибиру – это предполагаемая 12-я планета, которая вращается
располагается не в той плоскости, что все остальные, а по сильно вытянутой эллиптической орбите с периодом 3600 лет. И каждые 3600 лет анунаки вновь появлялись на Земле, чтобы пополнить свои запасы золота. Проходило еще 3600 лет, они появлялись снова. То есть эта периодичность была перманентной, постоянной. Они появлялись точно по расписанию. Если верить тем шумерским текстам, которые были найдены, и если верить переводам, сделанным лингвистами. Странное совпадение, но все языческие божества Ближнего Востока, иудейские, египетские, шумерские, принимали жертвы в виде золотых слитков. Археологи нашли доказательства, что между реками Тигр и Евфрат золото добывали еще в 6-м тысячелетии до нашей эры. Зачем это было нужно людям, которые едва освоили колесо? И куда пропадали тонны этого золота? По мнению Захария Ситчина, анунакам требовалось золото не только, чтобы спасать атмосферу своей планеты, но также еще для того, чтобы поддерживать практически вечную жизнь в самих анунаках. Ведь они хотели жить вечно, и, похоже, это им удавалось. Продолжительность жизни анунака, средняя продолжительность, составляла 360 тысяч лет. Я, честно говоря, когда встретился с такими фактами, несколько был обескуражен. Но, возможно, там иные условия жизни на Нибиру. Возможно, там совершенно иные биологические условия. Да? Но как они, прилетев со своей планеты, могли и на Земле жить такое количество времени, а эта цифра отражена в шумерских текстах – 360 тысяч лет. Меня, честно говоря, этот факт смутил. Недавно историки выяснили, что у египетских фараонов, которых многие ученые считают прямыми наследниками шумерских анунаков, была любопытная привычка – спать в золотых масках и натираться золотой пылью перед выходом к народу. Более того, возможно, властители Нила даже употребляли золото в пищу. Биохимик Ольга Листопад считает, что белые конусы в руках богов и фараонов на фресках – это царский хлеб, так называемая мелкодисперсное золото. Почему белый хлеб? Потому что для того, чтобы золото давало омолаживающий эффект, оно должно быть мелкодисперсным, очень мелкодисперсным, практически уже это будет наночастицы, наверное. А мелкодисперсное золото обладает таким коэффициентом светоотражения, что оно выглядит практически белым. Однако неужели в Древнем Египте уже умели производить нанозолото? Эту идею подтверждает еще одно интригующее открытие. Египетские власти заказали английским химикам анализ золотых украшений из гробницы фараона Тутанхамона. Им хотелось знать, где именно на территории Египта было добыто это золото, чтобы поискать там же новые месторождения. Результаты тестов шокировали всех. Оказалось, это золото было настолько хорошо очищено, что определить место его добычи уже невозможно. Мало того, экспертов ждал новый сюрприз. Часть артефактов содержала 99% чистого золота и только 1% примесей. Сделать это с помощью технологий того времени было нельзя. Такую чистоту никаким методом очистки, тем более метод, который мы находим в папирусах с использованием там каких-то отрубей, достичь невозможно. Такая чистота может быть достигнута только путем электролиза и никак иначе. Это говорит о том, что в Египте знали электролиз и применяли. Когда ученые изучали влияние металлов на организм человека, выяснилась удивительная вещь. Золото не только абсолютно нейтральный металл, который никак не взаимодействует с тканями. Позже обнаружили, что золото восстанавливает организм и убивает в нем всю патогенную микрофлору. Возможно, что анунаки знали, как добиться с помощью золота невероятной по нашим меркам продолжительности жизни. Назовем так, главные нибирийцы, которые прилетали с этими экспедициями, жили по такие сроки, которые исчислялись десятитысячелетиями. Вот. А вот что удивительно, что особенно интересно, что самые главные боги Энки и Энлиль, и там еще, так сказать, Нинхурсаг и все остальные, они жили здесь все это время.
все эти 250 тысяч лет они здесь командовали. И они здесь были. Вот. И это очень какой-то любопытный факт, что они могли жить на нем бесконечно. Часть руд анунакам приходилось добывать чуть ли не вручную. И это был очень тяжелый труд. По неясной причине они не могли или не хотели использовать машин. В один прекрасный момент анунакам надоело самим работать в шахтах. И тогда было принято решение приспособить для этих целей подходящее существо из местной фауны. Ведь это такой же механизм, только биологический. А топливо для него растет повсюду вокруг, рассказывал на своих лекциях Ситчин. И вот это самый интересный момент в шумерских мифах. Так однажды на Перу бог Энки и богиня Нинмах напились и решили создать человека. Нинмах берет немного чего-то, что можно перевести как «красная земля» или «жизненная суть», и создает целых 6 существ. А Энки начертывает их судьбу и дает им хлеба для еды. Потом боги меняются ролями. Однако же первые экземпляры оказываются неудачными. Они не могут говорить, ходить, есть и тем более работать. Наутро боги опомнились и пошли работать уже всерьез. Так они создали первого нормального человека – Адапу. Потом его выносила богиня Нинхурсаг. А позднее сделали и женщин. Как все это перевести на современный язык? Существует, опять-таки, свидетельство в тех же шумерских текстах, что группа генных инженеров, она взяла с планеты Нибиру, она взяла семенники обезьян, и эти семенники были вставлены в так называемую глину. Она так называется в текстах, ну, потому что другого материала для творения древние люди не могли назвать. Они не знали, что такое генная инженерия. Первый опыт оказался не совсем удачным. Гибрид получился бесплодным. Но со временем анунаки доработали человека, используя собственные ДНК и попутно прописав на генетическом уровне стремление к золоту, от которого люди не могут избавиться до сих пор. Общество с энтузиазмом подхватило идею, что за металл гибнут не только люди, но и внеземные боги. Что уже говорить о простых смертных, в которых любовь к золоту была заложена на генетическом уровне. Однако идея человека, не творение Божьего или венца природы, а раба-рудокопа многим пришлась не по душе. Ситчина критиковали за неточности перевода, за выдергивание из контекста и художественное преувеличение. Однако популярность его книг только росла. На мой взгляд, это связано с тем, что в своих работах он показал историю Солнечной системы и всех участников этой космической драмы не как каких-то недостижимых или непостижимых богов, а тех, кому не чуждо ничто человеческое. То есть эти персонажи были и являются вполне понятны людям. Мы сейчас не говорим на ту тему, насколько это имело отношение к истине, так это было или не так, но то, что он действительно сделал, он познакомил, можно сказать, лично читателя с историей нашей Солнечной системы, и именно поэтому его книги стали популярны. Хотя не скрою, что далеко не все разделяют его точку зрения, и есть масса людей от науки, кто не соглашается с некоторыми его переводами. Так, благодаря Захарии Ситчину, анунаки недавно обрели вторую жизнь, обрастая множеством деталей и подробностей. Историки с увлечением принялись дополнять и уточнять шумерскую версию Ситчина. Но факт остается фактом. Он сделал то, что никто до него не делал. Достал из праха веков и вбросил в массы тысячелетия безумно увлекательной шумерской истории. С пришельцами-колонизаторами, столкновениями планет, генной инженерией, тайной бессмертия и другими ошеломляющими вещами. Эта тема стала модной именно потому, что Ситчин, будучи лингвистом, сделал очень важную работу. Он перевел древнешумерские, аккадские, вавилонские тексты
на понятный людям язык и опубликовал книги, которые стали доступны широкому кругу читателей. Благодаря этому люди смогли узнать не только мельчайшие подробности из далекого прошлого Земли, но даже и некоторые бытовые детали о жизни своих потенциальных создателей. Так как выглядели эти анунаки, жившие на протяжении сотен тысяч лет? Что ели, чем занимались? И тут у разных ученых начинается некоторое расхождение во мнениях, что только подогревает всеобщий интерес. Внешне анунаки выглядели так же, как и мы, потому что мы относимся к одному антропологическому типу. Даже генетически у нас была определенная схожесть, и именно поэтому технологии, которые анунаки принесли на Землю, были применены здесь с минимумом необходимой адаптации. Вообще, анунаки ходили по Земле и были явно из плоти и крови, поскольку были большими любителями поесть и выпить. Вот так описываются гастрономические пристрастия шумерских богов на пирах. Сливок и молока было в изобилии. Ячменные лепешки с маслом, лепешки гук, сладкий сыр, хороший хлеб, пиво наилучшее, мелкие бобы, много хорошего вина. Кстати, шумеры были должны ежедневно кормить своих богов, принося в храмы обильную жертву пищей. Только мясо анунаки не ели. Гильгамеш, шумерский мифический герой, заявлял: «Кто смотрит богам в лицо, тот должен умереть». Так называемые боги, они же инопланетяне, всегда закрывали лицо маской. Предположительно потому, что им требовался совсем другой воздух, с иным содержанием кислорода, без бактерий, вирусов и так далее. И люди не видели их лиц. Тем не менее, мы знаем, что они были в большей или меньшей степени гуманоидами. Гильгамеш – реальное историческое лицо, царь города-государства Урук. Как сказано в его официальной биографии, на две трети был богом, на одну – человеком. Анунаки часто плели любовные интриги с людьми и своих детей-полукровок ставили во главе древних полисов. Эти боги, значит, потом соединялись с женщинами, человека, женщинами-людьми, да, человека, да. И, в принципе, в них рождались дети. И дети были такими же, как и все, это так называемые нефилимы, они были такие же, как и все остальные люди. Посему поэтому можно назвать так, что выглядели они очень похожи на человека. Но какие еще качества наследовали дети анунаков? Однажды Гильгамеш задался вопросом, бессмертен ли он? Ведь анунаки с планеты Нибиру жили вечно. Шумерский правитель отправился спросить у них о своей участи. На Земле анунаки проживали на далеком северном острове Тельмун. Людей к себе не пускали, за редким исключением. Например, чести жить на острове бессмертных удостоился Утнапишти. За много тысяч лет до Гильгамеша, построивший ковчег и переживший потоп, в Библии он известен как Ной. Бессмертия Гильгамеш не добыл, потому что только боги умели жить вечно, а получеловек уже нет. Люди были похожи на своих создателей. Тем не менее, здесь не все так просто, как кажется. Ведь в шумерских табличках можно найти упоминания о нескольких видах анунаков. Оказывается, анунаки могли быть разными. Сохранились их точные изображения в виде скульптур и барельефов. Есть даже шумерский миф о горе небес. Вот. Причем там рассказывается о двух типах анунаков. Анунаки небесные и анунаки, их называют иногда земные, или анунаки рептилоиды в виде прямоходящего какого-то существа, вроде с человеческой такой походкой, и клюв в виде птицы. Если брать предания других народов, например, индийских, то от рептилоидных анунаков можно провести параллель к нагам. У славян это были змеи-люди, виевичи. Достаточно много подобных существ в мифах майя и ацтеков. В Азии их, как правило, называли драконами. Там очень интересно, что помимо небесных анунаков, помимо... Есть свидетельства о внешнем виде анунаков, что они были большого роста. Рост мужских особей достигал до 5 метров, а рост женщин до 3 метров. Здесь параллель напрашивается явно с атлантами.
они тоже были гигантского роста, представители первой человеческой цивилизации. Здесь некая связь улавливается. Но есть ли прямые свидетельства пребывания на Земле таких больших существ? Джон Тейлор, палеонтолог и куратор музея Бланка Фоссиль в техасском Кросбитоне, считает, что у него есть множество материальных подтверждений этой теории. На протяжении последних 20 лет он занимается поиском костей анунаков и других следов их пребывания на нашей планете. Первую огромную кость я увидел, возможно, в 1958 году. Когда наш класс отправился в музей, который сейчас принадлежит Техасскому университету. И тогда на экспозиции были кости человека около 4 метров высотой. Также там были кости маленького метрового человека. Эта экспозиция была разрушена вандалами в 60-е годы. И никто не знает, что случилось с теми останками. К Джону Тейлору поступает множество сведений со всего мира о находках необычных костных останков. По возможности, он делает с них слепки, чтобы в дальнейшем анализировать их, сравнивать с другими и выстраивать на них свою теорию. Недавно к нему пришло письмо, в котором инженер из Египта рассказывает о том, что во время постройки дорог в конце 50-х годов они находили огромные кости людей. В этом письме говорится, что одна из костей, которую они измерили, была 127 сантиметров в длину. Меня попросили сделать слепок или скульптуру. Я сделал. И вот, для примера, кость современного человека. Вы можете здесь видеть, что человек, которому принадлежит эта кость, был больше 5 метров в высоту. Потолки здесь 1.3 метра, и его поясница находится примерно на этом уровне. Джон рассказывает, что фактов, подтверждающих существование в древности на Земле людей аномально большого роста, предостаточно. В его коллекции накопилось много артефактов, подтверждающих реальность великанов анунаков. В музее в Нью-Мехико в 30-х годах находились кости человека 4-метрового роста. Потом они просто исчезли или были кем-то куплены. Но если вы отправитесь дальше, в Кловис, в Нью-Мехико, где был найден кловисский человек, вы найдете места захоронения от 3 до 4 метров длиной. Я подозреваю, что некоторые люди в захоронении — гиганты. В шумерских клинописных табличках есть несколько сюжетов о путешествиях богини Инанны из Месопотамии в Африку. Примерно указан и маршрут. Вот как описано это место, называемое Абзу. Далеко за морем. В 100 беру воды от этого места. Есть земля Арали. Это местность, где синие камни вызывают болезнь, и где мастер Ану носит с собой серебряный топор, который сияет весь день. Синие камни, вызывающие болезнь, это что? Радиоактивная руда? Вместе Абзу и жил бог Энки. Он присматривал за какими-то работами и хранил предметы, именуемые Ме. Что это такое, непонятно. Однако они позволяли строить города и хранить информацию. Эти Ме срочно понадобились Инанне, но Энки их не давал. Тогда Инанна пригласила Энки на пиво у него дома. Бог Энки, приняв на грудь, как мы бы сказали, такого ерша, стал очень добрым, разговорчивым, восприимчивым. И когда Инанна осторожненько так вкрадчиво намекнула, что хотела бы в подарок что-то получить, Энки сказал: «Бери все, что видишь перед собой». И Инанна похитила у него ларец. Вот что за ларец? Интересно, вот похож на ларец Пандоры очень сильно. Там содержались все мировые законы и качества. Эти самые Ме богиня погрузила на небесную ладью и помчалась прочь. Сказано, что ладья Инанны неслась сначала по небесному Евфрату, а затем по земному. Что это может означать? Ну, я думаю, скорее всего, это был, наверное, летательный аппарат. Я думаю, так что, потому что, видимо, который мог и приводняться в том числе. Например, по этому поводу у шумеров и у древнеиндийских племен у них есть много интересных фактов, которые подтверждают о том, что, допустим, вот есть были такие аппараты, летающие в Яман. Про
протрезвев, Энке увидел, что лишился самого ценного, и послал погоню. Но и Нана тоже была подготовлена. Она взяла управление небесной колесницей на себя, а ее слуга начал отстреливаться от охранников Энки. Сегодня мы бы сказали обычная шпионская операция. Но могли ли древние люди вообразить погоню по воздуху с перестрелкой? Но и она тоже была не лыком шита, у нее тоже были слуги, у нее тоже были демоны свои. И завязалась жуткая битва. Сначала они эту ладью захватывали, потом эту ладью опять отвоевывала Инана. И так продолжалось 7 раз. Пока, наконец, Энки не махнул рукой и сказал, ну ладно, ну пусть это будет у людей. Долгое время эта история безоговорочно считалась мифом. Однако недавно археологи обнаружили на территории Африки необъяснимую аномалию. В начале 70-х годов в африканском государстве Габон французская компания добывала урановую руду. Неожиданно оказалось, что содержание расщепляемого урана 235 в пробах значительно ниже предполагаемого. Тогда стали исследовать, не был ли этот уран уже кем-то использован. И обнаружилось, что урановое месторождение Вокла в Габоне имеет такие очертания, которые с учетом периода полураспада урана позволяют прийти к выводу. Почти 2 миллиарда лет назад, а точнее 1 миллиард 750 миллионов лет назад, здесь находилось 14 атомных реакторов. Все это подсчитано физиками с большой точностью. Но возникает вопрос, кто же мог столько лет назад создать атомный реактор? Казалось бы, это не имеет отношения к мертвой шумерской цивилизации. Однако маршрут Инанны совпадает с координатами уранового месторождения. И могли ли шумеры придумать, что именно там находятся синие камни, вызывающие болезнь, если сами никогда там не были? Физик Гелий Клейменов считает, для того, чтобы путешествовать между звездами, нужно было очень много энергии. И, скорее всего, ядерной. Только управляемая термоядерная реакция позволила бы перемещать такие большие космические корабли на немыслимые для нас расстояния. Для термоядерной реакции необходимо обязательно дейтерий и наличие лития. Вот литий – это тот самый важный металл, который нужен для термоядерной реакции. И вот его-то на Земле они добывали. Они его добывали, значит, естественно, в разных местах. Сначала они добывали его из минерала, вот, который располагался в Южной Африке, вот, в районе реки Замбези. То есть делали они это примерно в тех местах, где Майкл Теллингер исследовал свои древние города. И это подтверждает, что анунаки там на самом деле могли быть, а география их расселения по Земле таким образом сильно расширяется. Теперь становится понятно, что жили они не только в Месопотамии, как изначально предполагал Ситчин, а практически по всей Земле, возможно, и на территории России. Базовые шумерские мифы посвящены глобальной космической катастрофе. Как написано, планета Нибиру оказалась сильно повреждена. Планета Тиамат разлетелась на куски, и все, кто мог, спаслись на планету Мардук. Но катастрофа отчасти затронула и Землю. Скорее всего, это был удар крупного астероида, который вызвал мега-цунами, глобальный потоп. Основные места дислокации анунаков оказались уничтожены. Гиперборея и Атлантида ушли под воду, а отрывочные сведения о космических богах дошли до нас лишь с уцелевшего междуречья. По мнению некоторых экспертов, именно эта катастрофа и послужила толчком для создания человека. Внезапно пришельцам понадобилось много рабочей силы, чтобы быстро восполнить потерянные запасы полезных ископаемых. Тогда-то они и занялись генной инженерией, а до этого Земля была для них всего лишь лабораторией, где они время от времени занимались наблюдениями за эволюционными процессами нашего мира. Дальше они здесь, по сути дела, проводили эксперименты и развивали этот мир здесь. Вот, так сказать, на каком-то этапе они вот создали сначала человекообразную обезьяну, а затем создали именно человека. Значит, назовем так, человек прямоходящий, как сегодня говорят нам палеонтологи, он был создан 2 миллиона лет назад.
Вот, а человек разумный по сегодняшним, пока что на сегодняшним данным, где-то 200 тысяч лет назад. Создание человека стало вынужденной мерой, но очень эффективной, потянувшей за собой цепь необратимых событий. Новых работников нужно было чем-то кормить, но выгоднее было научить их обеспечивать себя самих, что и было сделано при помощи новых сельскохозяйственных технологий и культур – пшеница, ячмень, пшено, дыни, виноград. Примерно в это время наблюдается резкий и необъяснимый всплеск земледелия. По исследованиям Вавилова, в Эфиопии, Индии, Месопотамии и Мексике численность людей быстро выросла. Необходимое количество топлива было собрано, и анунаки в очередной раз покинули Землю, предоставив человека самому себе и отправившись домой. И тут встает вопрос, куда? На Нибиру или куда-то еще? Ведь есть версия, что и на Землю в последний раз они прибыли как на временную базу, потому что их собственная планета погибла при столкновении с крупным небесным телом. Нибиру — это древнее название Марса. И это очень хорошо следует из древнешумерских текстов и текстов и памятников Мезоамерики, если их очень внимательно прочесть. Другое дело, что сам Захария Сичин в работе над древними текстами допустил определенную ошибку. Эта ошибка связана с планетой, которая якобы циклически проходит через Солнечную систему, и этот цикл равен 3600 годам. Все дело в том, что любой человек, который внимательно и непредвзято проанализирует те самые источники, с которыми работал Сичин, то вы сделаете одно очень важное открытие, которое состоит в том, что действительно через Солнечную систему проходило какое-то гигантское космическое тело по своим размерам, не просто соизмеримое с Землей, но даже больше Земли. Но в том-то все и дело, что тексты говорят о прохождении планеты, о том, что она прошла за Солнце, там и осталась. И речь идет о планете Мардук. А это говорит о том, что мы, уже используя определенные древнешумерские и аккадские тексты, говорим о том, как появилась вот эта новая 12-я планета, о том, что она, оказывается, кем-то была заведена за Солнце. Вот что стоит за планетой, которую некорректно пока на сегодня называют Нибиру. Но это, а также постоянная потребность в ядерном топливе означают, что они прилетели вовсе не на планете Нибиру, а на космических кораблях. Но в шумерских хрониках четко говорится, что прилетала именно Нибиру. Но здесь нет противоречия, потому что под этим именем могло фигурировать несколько объектов. Здесь слово Нибиру используется в двояком смысле. Первое, значит, существует... Существует планета, которая вращается вокруг, назовем, своей звезды. А другое дело, значит, это корабль, который тоже также шумеры называли Нибиру. Почему? Ну, назовем так, в принципе, это естественно. Естественно, даже для дальних путешественников, которые едут, допустим, и летят из России, значит, корабль, или плывут на каком-то корабле, и корабль назвать Россией. Это нормальное явление. Да, если на самолете лететь, там корабль, наш президент летит, он называется тоже Россия. Это не государство России, а это самолет России. В любом случае, анунаки погрузились на свои корабли и улетели. Или же покинули Землю не все из них. Могло так случиться, что некоторые из анунаков, например, рептилоидные, ушли туда, откуда по свидетельствам мифов и выходили. То есть под воду. Возможно, анунаки и до сих пор
остались на Земле, потому что есть еще неизученные толщи океана, космос уже не так для человечества загадочен и таинственен, как толщи океана. Потому что что скрывается в океане, какие формы жизни, это еще неизвестно. Неопознанные суда подводные, которые с немыслимой скоростью передвигались и издавали действительно вот такие квакающие звуки, почему их подводники и прозвали всего мира квакеры, да, и иначе их и не назовешь. Но, возможно, это те же представители планеты Нибиру, которые себе оборудовали подводные базы. Была ли человеческая цивилизация единственной на Земле? Как появился человек? Когда это произошло? Откуда на древних сооружениях следы машинной обработки? Кто за много лет до появления горного дела опустошил урановые шахты? Вопросов, которые не хочет замечать официальная наука, слишком много. На эти вопросы надо отвечать. А кто это сделал? Вот поэтому и рождается много разных теорий, много, так сказать, разных предположений. Вот. Значит, кроме того, что люди пришли к выводу однозначно, что инопланетяне были на Земле, это 100%. Другое дело, что они здесь делали, как они делали. Были ли здесь один раз, сто раз? Это вопрос как раз здесь разный. По-разному высказываются разные мысли. Сам того не подозревая, Захария Ситчин стал основателем новой религии – веры в анунаков. Благодаря ему огромное количество людей теперь верит, что человек не продукт эволюции, а эксперимент генной инженерии существ, которые прибыли на Землю со своими сугубо практическими целями и которые, возможно, вернутся. Но зачем мы так ждем их? Ведь одна из фобий 21 века – это как раз страх инопланетного вторжения. История анунаков – это эпическая сага о космическом десанте геологов, которые от скуки или безысходности решили поиграть в цивилизацию и заигрались настолько, что по-настоящему полюбили свое детище. Это о том, что боги тоже люди, а значит и мы когда-нибудь для кого-то станем богами. Это история о вселенском развитии и эволюции, любви и верности, холодном промышленном расчете и в то же время большом чуде сотворении разумной жизни. История, уничтожающая подсознательный человеческий страх о том, что мы одиноки во Вселенной. И самое манящее в этой истории то, что она может оказаться правдой. Остается добавить, что гипотеза об инопланетном происхождении учителей человечества анунаков не единственная. Не менее любопытны предположения и китайского историка из Гонконга Джоу Ли. Он, проанализировав древние захоронения в провинции Сычуань, пришел к выводу о том, что когда-то на нашей планете вместе с дарвиновскими обезьянами существовала и популяция доисторических людей, которые были остатками предыдущей земной цивилизации, погибшей в результате глобального катаклизма. Именно их мы и по сей день принимаем за богов, которые дали нам знания, а еще свою кровь и свои гены нашим древним предкам. А то, что боги трудились над улучшением породы человекообразных, так это научный факт. Вся античная мифология состоит из рассказов о любви богов к земным девушкам. Так появился древнегреческий Персей. Как известно, он был сыном бога Юпитера и земной девушки Данаи. Детьми богов древние папирусы называют всех без исключения египетских фараонов. Даже Будда, и тот, согласно мифам, оказался плодом незаконного соития с местной девушкой, не сильно похожего на жителя племени незнакомца, который однажды догнал ее в джунглях.